Что случится, если исчезнут все девочки на Земле? Таким образом, если 4 миллиардов девочек не будет, то мальчики останутся на произвол судьбы. Так как около 70% врачей – это девушки, и люди начнут гибнуть по всей планете. Также произойдет сбой во всей школьной системе, так как преимущественно работают учителями девушки. А также многие страны могут остаться без своих лидеров девушек. Люди, которые купили товар через интернет, но позже об этом пожалели. Девушка заказала в интернете вот такую футболку с таким ярким принтом, а ей пришло вот такое размытое непонятно что. Девушка заказала влажные салфетки онлайн, посмотрите, что ей прислали. Заказал кекс с кокосовой стружкой, а кокосовой стружки нет вообще и выглядит как сухарь. Факты, которые спасут тебе жизнь. Если ты увидишь квадратные волны, немедленно уходи оттуда. У этих волн есть сильное подводное течение, которое может подхватить и унести тебя. Если человек сильно замерз и близок к переохлаждению, не согревай его слишком быстро. Это нужно делать постепенно, иначе может возникнуть внутреннее кровотечение и остановка сердца. Если ты попал в обратное течение, то плыви вдоль берега. Фотографии, на которые придется посмотреть дважды, прежде чем их понять. Кажется, что эта лодка левитирует, но на самом деле здесь тень, которая просто создает такую иллюзию. Здесь кажется, что снег летает в воздухе, но на самом деле это замерзшее озеро, и все, что находится снизу, это просто отражение. А это выглядит, как будто это отверстие в другое измерение, а на самом деле это трещина во льду, которая отражает небо. Вы можете подумать, что это торнадо, но нет, присмотритесь, это всего лишь стая птиц. А здесь мужчина вымыл свою машину настолько хорошо, что она кажется невидимой.